22 года. Молодежный драматический театр города Торонто увлекает юных зрителей в сказочный и удивительный мир. Your husband is attempting to reach you on your cellular device. Вы знаете, очень рада, что, конечно, все это возвратилось, что мы обратно видим знакомые лица. Все ребята очень повзрослели. Пусть они дальше, русский молодежный театр процветает, пусть ребята свой развивают талант и объединяют других. И смотря на них, подрастающее поколение придет в театр и присоединится. И это так будет бесконечно. И пусть русский молодежный театр дальше также и процветает. Устал, сударыня, я слушать оскорбления. Исполнить ваш приказ иду без промедления. Прекрасно. Помните, на этот крайний шаг меня толкнули вы. Ведь так? Пусть будет так. И пагубный пример мне подали вы сами. Я пагубный пример? Пусть будет так. Бог с вами. Итак, я поспешу исполнить ваш приказ. Чудесно. Ухожу навеки. Удобный час. Меня как будто вы позвали. Нет, вам послышалось. И так вы пожелали, чтобы я покинул вас. Прощайте навсегда! Прощайте! Господи, какая ерунда! И вам не совестно! Вернитесь-ка! Не велено уйти! Вернитесь, я сказала! Так суждено, пусть! Тихо, мирьтесь! Ну, пожалуйте обратно. Мое присутствие вам так неприятно, что лучше я уйду. Ну вот теперь она. Оставь, Дарина. Вот тебе она. Довольно глупостей. Вы что, сошли с ума? Какой малолик вздор. Но ведь она сама. А вы, сударыня, ну просто уши вяли. Как можно? Ай-яй-яй. Так ведь он сам вначале. Ой, вы оба хороши. Я могу пожелать только, чтобы было больше серьезных спектаклей и больше хороших актеров. Так, друзья, давайте быстрее собирайтесь, начинаем репетировать. Не забудьте речевую разницу тоже. Дорогие наши граждане, случилось ужасное из всего, что могло случиться. Появился вирус, который заражает все живое и может передаваться даже через пластик, бумагу и даже взгляд. Мы вынуждены принять меры и закрыть нашу страну на определенное-неопределенное время. Будьте сильны, каждый должен показать свою силу и быть готовым ко всему. Санитайзер, мини-кипедик. А мы концентрики Мартина и плохого зайчика. А моя поездка в Майами. А рестораны. Эй, ребята, подождите, подождите. А туалетная бумага. Хочется пожелать процветания и таких творческого роста, творческих успехов. А какого-то свободного вот изъявления талантов и идей. И вообще хочется как-то больше жизни и театральной, и вокруг театральной. Это Скайп! Здравствуйте, Ладонка, как у вас дела? Ой, Дашенька, здравствуй, дорогая Дашенька, Дашулечка, Дашуненочек, Дашуль. Дашуль, какая у тебя красивая стрижка, Даша. Ты как принцессу играть будешь? Да я ничего, парик одену. Парик? Парик. Парик. Ну, Дашенька, скажи, а где Тимур с Тимофеем? Сейчас будут доверять. Вот я, здравствуйте, Алла Федоровна. А, Тимофей, Тимофеечка, Тимофей. Я вообще-то Тимур. Тимур, запаниковала я просто. Тимурочка, ну как мама, как да, все? Все хорошо, как у вас? Да что ж, Тимофей! Здравствуйте, здравствуйте! Вот ты так, я через камеру вижу, как ты вырос, Тимофей! Не надо, ну ладно, ребята, раз мы пока все вместе, давайте начнем. Сегодня наш первый урок будет посвящен одному замечательному русскому писателю Александру Сергеевичу... Илюша? Да, здравствуйте, Алла Федоровна. Илюш, я тебя не вижу, включи... У меня камера сломалась. Ребята, вы меня вообще слышите? Да-да-да, я слышу. Ну ладно, у тебя там не включит, но я... Гу-гу-гу-гу, ляшка-то-та. Ну ты, Тоша, ну, а что ты такое? Иди поиграй, я не знаю.
Здорово! Ой-ой-ой! А кто это? Что это за хвостик такой? Хвостик! Так это что, Миша? Ой, Мишанечка, здравствуй! Ой, ну ладно, ребята, как я говорила? Здравствуй, Даня! Как хорошо, что ты пришел нам поиграть на гитаре. Как раз когда я говорила. Каждому театру, помимо актеров, режиссеров, нужны зрители. Вот хочется, чтобы зрительская аудитория была более широкая, которая могла бы воспринимать все то, что хотят донести наши актеры. Как вижу, времени у нас до Пушкина больше не осталось. Так что, ребята, заканчиваем на пока что урок, но у меня очень большая просьба. Мне нужно 2 мальчика и 2 девочки сегодня на выходные провести, а ты маленький. Илюша, я так и знала, что ты мне поможешь. Да-да, до свидания, Алла Федоровна. Я желаю творческих успехов деткам всем, чтобы они овладели мастерством театральным, умели двигаться, хорошо читали, громко читали, четко на русском языке. Я думаю, что это очень важно. Я пришла сегодня поддержать свою внучку Катю Туркову. Желаю ей, чтобы она не один год прозанималась в этом театре. Дорогие друзья, дорогие наши актеры, вот сегодня я могу сказать, что я убедился в том, что мы столько времени, Валя, Катя, Алла Федоровна и я тратили, и слово «тратили» неправильное, учили, передавали то, что мы умеем, что мы хотим, чтобы вы умели. И вы сегодня показали в самом лучшем виде. Мне кажется, что это был наилучший капустник всех времен и народов. С днем театра! Молодцы!